Мы с вами уже обсуждали эту ситуацию. Не буду повторяться, что ее. Но скажу только одно «но». Что если это предусмотрено законом, Конституцией, которая является основным законом государства, то неважно, будь то президент, председатель парламента, премьер-министр, все они обязаны исполнять действующее законодательство. Но мне кажется, мы находимся в такой ситуации, как я уже сказал, на манеже все те же, и какая-то игра, и какой-то цирк для всех. Но почему-то мне кажется, и одни, и другие немножко забывают о том, что они тоже часть этого государства, и не такие же граждане, как и мы. И я их только могу призвать гордости за свою страну, гордости за ту должность, которую они занимают, более того, должности, которую им дал молдавский народ. Мне кажется, не хватает юридической грамотности тем, кто окружает нашего президента, с одной стороны. Вы думаете? И с другой стороны, мне какая-то уверенность есть в этом. А с другой стороны, все-таки нужно искать компромисс. Есть законодательный орган. Диалог. Есть президент. Уж точно, что закон трактуется только с одной позиции. То есть так, как там написано. Но если одни понимают вот так, а другие несколько по-другому, но обратитесь хотя бы уж в третий раз каким-то экспертам, и тогда будет понятно. Пора прекращать это шоу. На самом деле это шоу, это, ну, стыдно. Реально стыдно за страну.